И, ребятки, всем привет! Сегодня у нас стрёмный Джефф пожаловал к нам в гости из Roblox! И сегодня мы играем за Джефф в Roblox! Да-да-да-да-да! Roblox вернулся к нам на канал. Первое видео 6 часов назад, конечно, было сделано. Я его сделал. Сегодня, сейчас, еще раз. И сегодня у нас Roblox вернулся на канал. И, так, да, значит, если у нас Roblox вернулся на канал, то вообще весь объем Roblox вернулся на канал. Также погнали, ребятки. Да, погнали. Все. Погнали, да, ребятки. Вот я свой экран взял и сделал. Погнали. Я маленький Ярик Плей пожаловал в Джефф. Джефф идет искать. Джефф нас пойдет искать через... Оу, ребятки, я прочитал по-английски, но я медленно читаю по-английски, ведь меня плохо учили в школе английскому. Come on. Вы это видели? Он гоняет. Я буду просто тут прятаться. Как это два джа? Ребята, мне одного достаточно. Ребят, мне одного Джеффа достаточно. Я просто упал.
ребятки. Все знаю, реально сложно. Давайте. Как они выжили? Что тут делать? Это Джефф. Он выйдет. Он выйдет на охоту через 2 минуты. Ребят, вы думаете, что я зайду в этот проклятый дом? Угу, нам нужно как-то выбраться через этот путь. Ребятки, как это сделать? Ребятки, ставьте лайки на канал, если вы не понимаете. Тап. Что тут нужно? Тап. Так тут у меня тапа нет, но... Ребятки, я буду ждать моих друзей, чтобы они меня спасли. Зачем ты им двери открыл? Стрёмно, ребятки. Я хочу за дерево спрятаться. Можно хорошая нычка. Я буду ждать. Это вообще нормально? Вы это видели? Ну нельзя нормально в эту игру поиграть, это так сложно. Можно сделать так, чтобы было старги. Хочу играть. Где нужно подождать? Все, ребятки, можно начинать играть. Мне хочется быть Джеффом. Мне вообще не понимаю, что я жую. Может, мне тут соль. А с моего первого видео канала Эксперименты Ярика. Подписывайтесь. Эксперименты Ярика, там крутой эксперимент выходит. Сольный, я вам не скажу, что. Один. Бот. Два бота. Стоп, ребятки, это два бота? Угу. История. А, уже игра началась. Понятно. Тоже понятно. Кстати, о, кто-то у нас из нас киллер, бот киллер. Так, ну наконец-то, это один человек в мире, который научился открывать двери. Ой, ребятки, у меня все вырубилось. Обратно. И что я на тап нажал? У меня руки мокрые. Я не могу повернуться. У меня
успел, у меня просто руки были все в слюнях. Ну, это очень месяц, чем я занимаюсь. Беру соль. Кушаю. Вот. Камон. Ладно, окей, ребятки. Кому понравилось это видео, забывайте, подписывайтесь на канал. И с вами вы были на канале Ярик Плей. Всем пока-пока.